Привет, меня зовут Матвей Северянин. Я уже 4 года занимаюсь видео на YouTube, получил серебряную кнопку YouTube, заработал на квартиру с помощью YouTube, в общем, хорошо в этом разбираюсь. Сегодня я хотел рассказать про наш новый проект, который называется «Школа YouTube». Мы научим тебя с полного нуля красиво разговаривать, вести себя в кадре правильно, снимать видео, монтировать, оптимизировать ролики, заливать их на YouTube и зарабатывать с помощью видео на YouTube. Прямо под этим видео есть все подробности по вступлению в нашу школу. Присоединяйся и начнем работать в команде на твой личный результат. После расставания достало! Кажется, что жизнь кончена. Любовь умерла! Винишь во всем себя. Федя, прости меня, пожалуйста, прости! Пора покончить с этим. Авторский тренинг. 30 свиданий. Пусть неудачи вас не пугают. Да что, Лисика? Зашел за заваркой. Чайку решили попить вместе. Заварки-то и нет. Сосед. Чтобы пережить расставание, не надо нажираться, как дембель. Мне нужно 30 мужиков. Помоги мне. Если это не поможет, ходить тебе в алтайских девственницах до гроба. И фотки надо бы посексуальнее. Эти какие-то убогие. Все. Сюрприз. Феерично. У меня свидание с интересным мужчиной. Романтик. Телец. По вашему приказанию прибыл. Водочки принесись. Красивая эта баба, да шучу. Вот такие ляжки. Выбирайте душевно богатого человека. Сколько раз убеждалась, что мужчины вашего поколения куда приличнее нынешнего. Раздевайся, Дашка. Сейчас ты познаешь настоящую русскую душу. Получается, у меня за всю жизнь только 2 свидания было. А ты что, единственный, что ли? Впереди еще множество знакомств, открытий. Мужчин. Твоя мадам? Нет. Ничья, значит. Наконец-то! Нормального мужика себе оторвала. Правда? У него появилась муза. И это ты. Мне было 29 свиданий. 30 свиданий. Вот в этом вся суть. Поэтому вам и не помогло. А я ведь и мент, и пожарник, и батюшка. Батюшки.